Рекламные материалы всегда должны быть актуальными. Если изменилась цена товара или посадочная страница, это нужно оперативно отразить во всех объявлениях. При большом количестве объявлений даже небольшая корректировка может занять много времени. Для масштабных изменений в рекламной кампании подходит инструмент массовых изменений в Директе. С его помощью вы можете быстро внести изменения в рекламные материалы. Например, указать новую дату акции или заменить ссылку на сайт. Выберите для редактирования несколько объявлений или все на странице. Учитывайте, что выделяются только объявления, присутствующие на странице. После действия «Редактировать» нажмите кнопку «Выполнить». В случае с новой посадочной страницей вам просто нужно изменить ссылку на сайт. Для уточнения сроков акции найдите старый текст и замените его на новый. Чтобы зафиксировать изменения, необходимо нажать кнопку «Дальше» внизу страницы и отправить объявление на модерацию. В результате все измененные объявления будут содержать информацию об акции и ввести на страницу с ее условиями. Массовые изменения – это инструмент, который позволит с легкостью добавить в рекламные объявления элементы, повышающие эффективность рекламы. Например, быстрые ссылки, отображаемые ссылки, уточнения. При этом помните, что для каждого рекламного предложения лучше создавать отдельное объявление. Добавление уникальной посадочной страницы или изображение конкретного товара, как правило, повышает конверсию. Не забывайте тестировать различные варианты текстов, быстрых ссылок и изображений. Это позволит понять, какие материалы лучше работают на привлечение вашей целевой аудитории. Используйте массовое редактирование для внесения одинаковых изменений сразу во множество объявлений одной рекламной кампании.